казанцев. 7 очков на счету Марка Поповича. 6 добавил Лончер. Причем все свои очки Крешемер, если не ошибаюсь, набрал еще в первой четверти. А затем словно уперлись казанцы в невидимую стену. Во второй 10 минутке всего 11 очков сумела набрать казанская команда. Что же, хочется надеяться, что сумеют казанцы внести коррективы и вернуться в игру. Было бы обидно немножко, если бы не увидели мы борьбы в финальном матче. В принципе, все встречи, которые проходили здесь в Каунасе в рамках финала 4 единой лиги, были весьма интересными. Победы вырывались, если не в напряженных концовках, по крайней мере, перед последней четвертью еще не все было ясно абсолютно, а во всех встречах до сегодняшнего дня. Что ж, пожелаем казанцам удачи, не потому что болеет наш комментатор за Уникс, а просто исключительно ради поддержания интриги. На площадке у армейцев стартовая пятерка: Зоран Планинич, Рамос Шишкалов, Костраджа Лэмбда, Виктор Хряпа и Александр Кал. У казанцев Саулюс Штомбергас с первых секунд появляется на площадке. Артем Кузякин проявить себя не сумел в первой половине этой встречи. Ну и также Крешемер Лончер, Владимир Веременко, Террел Лайдей и Марко Попович. Террел Лайдей также ни одного очка в первой половине не набрал. 1 подбор у него в активе, 2 промаха с линии, 3 промаха со средней ближней дистанции, 1 дальний промах. 6 раз Террел промахнулся, и всего один единственный подбор у него в активе имеется. При том, что очень разносторонний игрок. Террел Лайдей лидировал одно время в своей команде по количеству набранных очков, голевых передач и подборов, в том числе и на чужом щите. Но вот выпал Террел из игры. Вообще в составе казанской команды вообще очень сложно выделить кого-то по первой половине лично. У армейцев спорилось практически у всех. Здорово вышел на замену Андрей Воронцевич. В такой ситуации даже подвигов от Антона Панкрашова не потребовалось. Совсем другая команда у армейцев. Вчера испытывала стартовая пятерка трудности во встрече с Химками в первой половине встречи. Но вот сегодня все работает. Не засчитывает арбитра это попадание Лэнгана. Попович успел свалить в момент приема мяча. И поэтому продолжится атака армейцев вводом мяча из-за боковой линии. Хаун. Напрасно дриблинг начинал здесь Александр, так далеко от кольца. Еще напраснее, если можно так выразиться, он его заканчивает. Но сумели разобраться армейцы. Хряпа может в дальней дистанции и не прочувствовал Виктор Хряпа отскок. Мяч точнёхонько в его сторону полетел. Сделал бы Виктор шаг навстречу и добрался до мяча. Хаун отбивается от Лончера. Казалось, проиграл Александр позицию, но тем не менее длинной руки хватило, чтобы перехватить мяч, адресованный Крешемеру. Хряпа очень резкую передачу отдает под кольцо. В принципе, здесь можно поменять Виктору, но Хаун в этой незадаче винит только себя и благодарит партнера за то, что тот пытался его активировать и найти этим пасом под кольцо. 2 минуты в холостую отбегали обе команды. Попович. Здорово против Поповича, кстати, защищаются. Забросал он армейцев трехочковыми в недавнем матче национального первенства. В этой встрече всего лишь дважды атаковал он из судоки. Шансов особенно у Поповича не было. Относится к тому типу игроков, которых не надо упрашивать для того, чтобы произвести атаку. Но вот не дают ему таких шансов. Очень здорово. Армейцы защищают. Разозлили их казанцы. Лайдей с мячом врывается внутрь. И Шишкалскас сзади. Лайдей накрывает. Планинич доставляет мяч в передовую зону против Поповича. Такую вертушку закладывает. И Лэнгдон со средней после короткого дриблинга очень легко
разбирается со своим оппонентом в этом эпизоде Траджин Лэндон. 16 очков. Максимальное преимущество ЦСКА как раз 16 очками исчислялось по ходу первой половины этой встречи. Не могу сказать, что меняется рисунок игры, настрой казанцев. Лучше атакует, вы знаете, отчаянием обреченного. Такое впечатление. Жних попытался что-то придумать, схитрить, заставить соперника нарушить правила. Знаете, как на автомате. Повернулся, бросил полукрюком. Не особо верил в успех. И понуро побежал защищаться. Планинич. На Шишкаускаса передача. Тот атакует с дальней дистанции не точно. Планинич с Кауном. И подключившимся Воронцевичем и Шишкаускасом все-таки не сумели мяч забрать. И в контратаке попадает Греша Перлончер. Очень смотрежно действовали армейцы, но до мяча не добрались. И в итоге быстрый прорыв Умникса. Выгорел. 41-27. Позиционная атака армейцев. Лэндон против Лончера. Он не стал Трей обыгрывать в поле, пользуясь преимуществом подвижности. Старается по полной программе использовать время, отведенное на атаку армейца, обостряет уже на флажке ситуацию Рамона Шишкалска, срывается в трехсекундную зону и нарушают против него правила. Двойная замена Уникса. Лайда и Лончер отправляются отдыхать. Лампы и Петр Самойленко на площадке появляются. У матча Лампы 5 очков. 2 из 3 с игры и 2 подбора. Всего-то навсего. Все свои очки сегодня Рамон Шишкалскас набрал с линии. 5 из 6. Его со штрафных прессингуют армейцы. И Штомбергасу приходится возвращаться, чтобы помочь Еремеенко вести мяч в игру из-за лицевой. С выходом Самойленко Попович на позицию атакующего защитника перемещают. Удается его оторваться от соперника, который попал на заслон от Еремеенко. Но промахивается Марка с дальней дистанции. И никуда не торопится Джон Роберт Холден. Под полным контролем армейцев находится сейчас ритм игры. Каун. Лампа получает персональные замечания. Опять же, по ощущениям, казалось, что чисто. Лампа играл. Может быть, арбитры обратили внимание на то, что рисковато. Мачей действовал в этом эпизоде. Давайте смотреть. Ну, мяч совершенно точно, но с такой амплитудой. Это смутило арбитров. Каун мажет с линии. Первый у него промах с линии штрафных. 2 из 2 было после первой половины. Не совсем стандартная техника броска, но тем не менее результат налицо. 3 из 4. Каун отправляется отдыхать вместе с Шишкаускасом на площадке вновь. Антон Подкрашов и Обсмин Сабанцу, который очень полезно вышел в первой половине этого матча. У Хопса 5 очков, 6 подборов и один совершенно шикарный блокшот, который он отвесил матчу и Лампы. Петр Самойленко из-под кольца. 43-29. И вновь спокойно прогулочным шагом Джон Роберт Холден форсирует центральную линию. Выбегает после заслона Раджан Лэндон. Едва не потеряли армейцы мяч. Но все-таки доходит он до Трея, и тот попадает. Но здесь еще и удача от казанцев отвернулась. Близки они были к тому, чтобы мяч перехватить. Но тут и заканчивается все дело еще одной потерей. Раджан Лэндон в быстром прорыве. Вальдемар Скомичус буквально как утопающий за соломинку хватается за возможность взять минутный перерыв. Продолжают армейцы наращивать свое преимущество. 47-29. Уже вплотную к двадцатнику. Команда Евгения Пашутина подбирается. И по-прежнему нет никакой контр-игры. В исполнении казанцев сегодня не получается у них ничего. 16 потерь баскетболистов Уникса к этому моменту. 9 у ЦСКА. И
лидерство в этой, индивидуальное лидерство в этой сомнительной номинации у Марка Поповича. У него 5 потерь. Закончен тайм-аут. Возвращаются команды на площадку без замен Уникса, Штомберга, Слампе, Лончер, Попович и Самойленко. Ну и также не меняет своих бойцов Евгений Пашутин. Им как раз незачем искать от добра добра. Абсолютно может в своем заранее намеченном графике Евгений Пашутин производить замену. Попс выскакивает на периметр к Поповичу, тот даже не пытается его обыграть. Штомбергес выводит на бросок, мажет Саулюс. Оперативно доставляет армейцы мяч к чужому кольцу. Контрашов искал варианты с участием Попса, но перекрыто был, и Тражен Лэндон точит из-за дуги. 50-29, да. Страшная армейская месть за поражение в рамках национального чемпионата. Контрашов сейчас получит персональное замечание. Локоть выставлял он на пути следования крыши Мира Лончера. Так опасно. Довольно играл. В принципе, мне еще повезло о том, что обычный пол ему выписали. В принципе, можно было и на неспортивный нарваться. Лампе получает мяч в трехсекундной зоне и попадает. Потерял здесь концентрацию Андрей Воронцевич буквально на мгновение. Это хватило, чтобы вырвался Лампе на оперативный простор и произвел бросок. Вот хорошо, Лампе выступает ему дорогу, вынужден отступить Антон. Вновь запускают Лэндона. Попович преодолевает заслон. Лончеру нужно возвращаться. Лица банцует пробежку. Фиксируют арбитры у Панкрашова. Минус 19 у казанцев. Самойленко. Попович помогает ему Лончер заслоном. Марка идет под кольцо. Закрыто небо. И Лампе попадает в матчи, причем делают это с фолом. Андрей Воронцевич не согласен с решением арбитра. Давайте посмотрим повтор, что здесь. Контакт матчей Лампе нашел в этом эпизоде. Руки Воронцевича не были подняты вертикально вверх, как он это демонстрировал арбитрам. Так что на судей менять здесь не приходится. Андрею 50-34, Лампе и бонусный штрафной реализовал. 5 очков подряд казанцы набрали. Минса Бансу отбивается против него в матче Лампе. Уронили Саулюса Штомбергеса на площадку. Ну и с лицевой. Казанцы будут вводить мяч в игру, прессингуют. Баскетболисты ЦСКА, приходится здесь трудиться Поповичу. И он хорошо остается сопровождать разыгрывающего казанской команды. Самойленко не рискнул атаковать, передал мяч Мачу Лампе, который стесняться не стал. Попадает в матчи, 21 очко преимущества превращается в 13. 8 очков подряд набирают казанцы, и Евгений Пашутин вмешивается в ход этой встречи своим тайм-аутом за 2 минуты 31 секунду до конца третьей четверти. Вот как бывает. В прошлом матче не получалось в матче Лампе, зато играла вся команда. Сегодня с точностью наоборот. 13 очков уже на счету Лампе.
пока недостаточно для его команды. Три гола Владимира Веремеенко к этому моменту имеется. У армейцев трудности с полами испытывает разве что Андрей Воронцевич, у которого также три персональных замечания в пассиве. Коротким разговор получился у Евгения Потутина со своими подопечными. Совещание на скамейке Уникса еще продолжается. Армейцы уже готовы продолжать. Менсабарфу, Планинич, Холден, Шишкаускас и Каун на площадке у армейцев. Лончер, Лампу, Штонбергас, Самойленко и Попович на площадке у Уникса. Лампы там один против двух соперников остается под кольцом, но сумел он разобраться в ситуации, грамотно работал. В итоге какое-то время удалось ему отбиться, ну а здесь Каун вновь забивает с полом. Не сумел пробиться сквозь эту защиту мяча через локти соперника Мачей Лампе и в итоге правила нарушил. Бонусный штрафной Александра летит в цель. 53-37. Остановили армейцы рывок соперника. Две минуты до конца третьей четверти. Самойленко, Попович против Холдена и Лампе. Под ним позиция центрового против Кауна. Правый полукрюк и заваливается мяч корзину после броска матча. 15 очков на его счету, но Каун по-прежнему самый результативный игрок этого матча в составе обеих команд. У него 16 очков в активе. Менсабанфу здесь предлагает свою помощь в подыгрыше. Поворачивается спиной, но из очень сложного положения Попс атакует. И в итоге не добрасывает он до кольца. Казанцы быструю атаку пытаются провести, но вот сейчас половина Спортгалле помогала Штомбергасу. Он не попал, но зато попал Попович. Еще один любимец публики. Евгений Пашутин второй подряд тайм-аут берет. До 11 очков сокращается армейское преимущество. Но, похоже, вот выйдя на максимум, 21 очко было в активе армейцев. Немножечко расслабились армейцы. И вот сейчас задача наставника ЦСКА вновь ввести их в тот тонус, в котором находилась команда большую часть этого матча. Попович своим дальним попаданием набрал 10-е очко для своей команды. Их теперь двое в составе казанцев, которые имеют 10 и более набранных очков. Попович и Лампа у армейцев. Их также двое, это 16 у Кауна, 12 у Джона Роберта Холдена. Все они были набраны в первой половине этой встречи. Ну и 9 Траджан Лэнсон имеет на своем счету в данный момент. Возвращает вместо Попса на площадку Виктора Хряпу Евгений Пашутин. Практически стартовая пятерка у ЦСКА на паркете. Только Холден вместо Лэнгдера. И по-прежнему без замен у Уникса. Но вот этот состав сумел сначала стабилизировать отставание, а затем и начать отыгрываться. Хряпа. Долго думал Виктор, что ему делать. Принимает решение обыграть. И попадает он Лампе. Очень досадует. Ничего он сопернику в этой ситуации противопоставить не сумел. Ну что, невозмутим абсолютно. Хряпа как будто вот такие мячи он забивает еще до обеда, по 25. Самойленко здесь пытается завести своих партнеров по команде.
Лончеру сейчас досталось за что-то. Решемер как-то зачах. Два очка всего лишь на его счету во второй половине этой встречи. Ну и последний атак 8, по-моему, он еще мяча не подержал. Штомбергес. Пол здесь был внизу. Дон Роберта Холдена. Не заметили его арбитры. Однако Мачи Лампе добавил мяч после промаха партнера. 55-44. Последняя атака армейцев. В третьей четверти. 8 секунд остается у красно-синих на атаку. Джей будет решать сам через руки Лампе. И Хряпа успевает добить этот мяч до того момента, как прозвучит сирена на последний перерыв этой встречи. 57-44. ЦСКА впереди. Полминуты остается до начала четвертой четверти финального матча единой лиги между Казанским Униксом и ЦСКА. 57-44. Армейцы по-прежнему впереди. Выиграли казанцы третью четверть, но не сильно. По сравнению с тем, что было у нас до большого перерыва, они отыграли всего 3 очка. Но, с другой стороны, 21 очко казанцы проиграли по ходу третьей 10 минут. И с того момента сумели они уполовинить почти свое отставание. 11 очков было незадолго до конца третьей четверти. Однако, опять же, секундная потеря концентрации. И Виктор Хряпа попал на последних секундах третьей четверти из-под кольца. Бросили его почему-то казанцы в своей трехсекундной зоне, посчитав, что истекло уже время игрового отрезка. На площадке у Уникса Марко Попович, Петр Самойленко, Мачи Лампе, Кришемир Лунчер и Игорь Заманский вместо Саулиса Штомбергеса появился на паркете. Хряпа фалит в борьбе с Мачи Лампе в позиции центрового. И помимо Виктора, Александр Каун, Зоран Планнич, Рамон Шишкаускас и Джон Роберт Холден. Определился Антамара Скомичу с собой игроков в этой встрече, который пытается эту игру спасти. Изменения минимальные. Мажет Лампе на задней дистанции. Он самый результативный игрок этого матча в составе обеих команд. 17 очков на его счету, 16 у Александра Кауна. Объем работы Александр проделывает постоянно, он в движении находится, предлагает себя в трехсекундной зоне, открывается, помогает заслонами своим партнерам. Просто здорово. А здесь еще перехват. Александр Каун нас еще записывает, уперся. Но Самойленко в этой атаке пошел проход, похоже, если так бывает иногда, план Б. Игрок не придумывает, у него сюрпризом становится, когда заканчивает, он делает два шага, он взлетает, а там кольца не видно, руки соперника. Здесь в этом эпизоде показалось, что и плана А у Петра не было, но исправился, он перехватил передачу, адресованную Хряпе. Лампе! Чудовищный промах для матча Лампе. Я думаю, будет сейчас попадать. Более, что и планирует. Не успевал. Атака промах. И вновь армейцы в позиционной атаке. Каун там с Заманским сражается. Что в итоге? Мачи Лампе получает персональное замечание, толкнул он спину кого-то из своих соперников. Транжен Лэндон появляется на скамеечке судейского столика и вместо Рамонаса Шишкаускаса Трей входит в игру. Ой-ой-ой, падает Транжен Лэндон. Все обошлось, как-то так подворачивалась у него нога, неловко падал Трей, и было впечатление, что что-то серьезное с ним произошло, но все чуть-чуть обошлось. Трей продолжает игру. Каун не добирается до мяча после промаха Холдена. Попович
мчался на всех парах, то очень быстро и очень организованно армейцы отступали. Вот этот Джокович даже деваться было некуда. Бросить ему не дали с наскока. Но и под кольцом. Под кольцо также не пустили. 46-57. Аланта 19 очко набирает в этом матче. Кряпа со средней, промах, и здесь опять сейчас есть шанс слезть у казанцев Самойленко. Вот здесь подвернулся у него план Б в лице Поповича, который оказался рядом. Вернувшись затылком, Кличук бежал в эту контратаку Крешемер Лунчер. Сначала у него Самойленко пас задумал, но потом увидел, что не видит партнер. Ничего, кроме, не знаю, блондинки в 12-м ряду. Поэтому вынужден был искать другой вариант. Заманский, позиция центрового против Ланинича. Так прямолинейно Игорь несколько действовал в надежде на то, что определят там арбитры нарушения правил. Вдвоем ему армейцы противостояли, и он что показывает Игорь, я свободен. Вторая попытка казанцев перевалить через 10-очковый рубеж своего отставания. Попович с дальней дистанции, похоже, успевает Лэнгтон этот бросок накрыть. Очень Попович уверен, что были нарушены против него правила. Апеллирует он не только к арбитрам, но и к Трею. Не успел Лампе полгода накрыть. Армейцы вновь отвоевывают подбор. Преимущество в борьбе под щитом армейцев есть, пусть небольшое, 27-23. И кто же это? Заманский накрывает Андрея Воронцевича. Попович, попытка номер 3. Мимо. И все-таки Лончер первым успевает к отскочившему мячу. 57-48. Арбитры просят Поповича успокоиться и не нагнетать страсти. О том же самом просит его Вальдемар Стоучус, который меняет Марко, и вместо него под четвертым номером Террел Лайдей. А вновь в игре, который просто проваливается. Сегодня 5 промахов с игры, 2 промаха с линии, по-прежнему одинокий подбор. Вот и вся статистика Террела Лайдея в сегодняшнем матче. Заманский получает третье персональное замечание. По 3 фола имеют также Попович, Веремеенко и Лапте. Потеря у армейцев 17-13 сейчас. Соотношение потерь, но сумели казанцы взять себя в руки. 13 у них потерь было до большого перерыва, 17 сейчас. Вот, собственно, поэтому удается зацепиться Самойленко со средней дистанции точен. И до 7 очков сокращается преимущество ЦСКА. Покрашов против Заманского здесь играет. Возвращается на позицию лоб и вызывает кого-то из больших, вернее, обоих больших к себе. Против Лончера Панкрашов остается, опускал Крешемер руку. Не дотерпел. Гибельным со стороны виделся этот проход Антона Панкрашова, но вот Лончер здесь сопернику помог. Чем недоволен Крешемер? Держу руку поднятой, вертикальный вверх, сам его Антон туда мяч принес. А так Панкрашов на линии штрафной бросков. 5 минут 9 секунд до конца четвертой четверти. Точен Антон в первой попытке. Точен во второй. 59-50. Три дальних попадания отделяют у них от соперника. Армейцы прессингуют. Выбор очень правильный. И в итоге с этим прессингом не справляются казанцы. Очередная потеря. И там с досады
Вальдемар Астроновичус едва пластиковую бутылку не метнул в пол, но сумел сдержать свои эмоции. Лайдей. Молодец, Терл. Перехват он осуществляет и вынужден срывать атаку соперника Траджан Лэндон. Перехват соперника. Были там за спиной. Под кольцом армейских еще партнеры Трея. Таким образом, формального повода для неспортивного фола еще арбитров нет. На фол последней надежды. Терминология это нарушение не тянуло. Лайдей против Кауна оказывается и попадает Террелл. Его первые очки в этом матче. Более того, Каун получает персональное замечание. Два промаха у Лайдея с Лидией уже были. Этой встречи. Первое персональное замечание Александр, кстати, получил, что у нас с командными фолами к этому моменту по три у Уникса и ЦСКА. Вместо отхода Покрашова Зоран Планинич возвращается на площадку. Заваливается мяч в кольцо после броска Лайдея и уже минус 6 у казанцев. Воронцевич сберегли энергию. Каунинские болельщики сейчас не жалеют о них голосовых связок. Если закрыть глаза, можно подумать, что Каунинский Жагирис сейчас играет. Дважды атакует Планинич. Воронцевич. Ох, какой момент! Воронцевич из аута выбрасывал мяч. В расчете на рикошет соперника попал мяч в ногу Игорю Заманскому. Во вторую ногу и отлетел в направлении партнера. Игры ногой здесь не было, поэтому арбитры встречу останавливать не стали. И матчи и лампы. 21 очко набирает 59-55. 4 очка остается от преимущества ЦСКА, которое в середине третьей четверти составляло 21 очко. Евгений Пашутин берет свой последний тайм-аут в основное время этой встречи. В запасе у Вальдемара Сахомичуса еще 2 минутных перерыва. Ну что же, молодцы казанцы. Каторжной работой сумели они вот эту полосу неудач, в которую угодили они в первой половине матча, преодолеть. Заиграли очень ответственно, в разы уменьшили количество технического брака, и все это не замедлило сказаться на показаниях табло. Ну и очень вовремя проснулся в матче лампы. Борис Малецкий. Сегодняшней встречи становится понятно, что очень серьезное усиление казанской команды получило. И там сомнения в состоянии матча. Не так много играл он в Макаби в последнее время. Но вот сегодня лучшие образцы самого себя. Матчей удивляет почтеннейшей публике. Самойленко, лончер. Лампы, Заманский, Террелл Лайдей, состав Уникса, Воронцевич, Холден, Лэндон, Каун и Антон Панкрашов на площадке у ЦСКА. Ровно 4 минуты до конца четвертой четверти. Воронцевич против Лампы. Холден! Обычно в таких ситуациях Джей попадает. Берет он инициативу на себя в ответственные моменты и, как правило, удачно это делает, но сейчас Холден промахнулся. Позиционная атака Уникса. 8 секунд у казанцев на бросок остается, а мяч пока в районе центральной дуги находится Лайдей. Идет в обыгрыш и промахивается из-под кольца Террелл. Никого на подборе не оказалось, но широко казанцы расставляли, сдавая пространство для этого прохода. Но, с другой стороны, нужно было усидеть на щит. Есть он бы подстраховал не
Лукас Лампе. Джей берет инициативу на себя и попадает. Лампе сделал все, что от него зависело в данной ситуации, но против Лома нет приема. 61-55. Лайдей поднимает воздух Лэнгдона, но тот быстренько восстанавливает позицию. Лампе против Францевича в позицию центрового. Каун готов прийти на помощь партнерам. 3 секунды на бросок. Самойленко из 9 метров не дает. Ну что же, по-прежнему все-таки жива еще интрига. А в этой встрече плюс 6 преимущество армейцев. Сейчас очень важная атака для них. Попадут они и оторвутся от соперника на расстоянии как минимум 3 дальних бросков. Каун против Лампе. Холден мажет Джей, и Лампе не стал отсекать Кауна. Он надеялся на высоту своего прыжка и не прогадал. Значит, показалось, что сейчас нарушили правила на Игоре Заманском. Так он раздосадован был тем, что арбитры не заметили этого, что готов был сразу рубить, не отходя от кассы, Раджана Лэнгдона. Но не стал этого делать, сдержал свои эмоции в узде. Сейчас Игорь Заманский получает, хотя там было еще очень жесткое столкновение у него в трехсекундной зоне с Шишкаускасом. Накаляется атмосфера на площадке. Давали арбитрам командам бороться, играть в такой суровый контактный мужской баскетбол. Но все-таки в концовочке построже нужно быть арбитром, не позволять эмоциям перехлёстывают через край. Заманского убирает с площадки Вальдемара Скомичус, понимая, насколько ему сейчас непросто. Вместо него Попович. Варианты для защиты, ну и плюс отменный стрелок Марко Попович. Холден. Вот все в концовке. Джей решил взять в свои руки. Один бросок из 4 он реализовал всего лишь, но Воронцевич ключевой подбор, пожалуй, делает за минуту 20 до конца 4-й четверти. Выигрывает он борьбу под чужим щитом и забивает с фолов. 63-55. Где выкраивать казанцам 3 лишние атаки в оставшемся до конца 1 минуту и 20 секунд. Точен Воронцевич, и тайм-аут Вальдемара Скомичус берет. Понятно, что очень много сил и эмоций вот эта погоня отняла у казанцев, когда казалось же близко ничья. Опять же, так немножечко уперлись казанцы. На последний шаг сил им не хватило. Плюс 9. Армейцы имеют за 80 секунд до конца этой встречи. Самые результативные игроки в составе ЦСКА. 16 и 14 очков, соответственно, они в своем активе имеют. 9 добавил Раджан Лэнгдон. У казанцев по 10 очков на счету Поповича и Лончера. 21 набрал в матче и Лампе. Лайдей, Самойленко, Попович, Лампе и Лончер. Пятерка Уникса. Очень быстро, а главное точно. Сейчас казанцам нужно свои атаки проводить и завершать. Лампа помогает вести мяч в игру из-за боковой. Попович от Холдена оторваться не сумел. Каун накрывает Самойленко. Лайдой подбор выдирает, но
бросить по кольцу ему так и не дали в итоге. Лончер просит мяч в трехсекундной зоне. Долго его обрабатывал Крешемер и в конце концов из рук выронил в контакте с Александром Хауном. И, пожалуй, эта потеря ставит окончательный крест на надеждах Уникса отыграться. Лайдей пытается на дриблинге мяч у Джона Роберта Болдена забрать и заваливает Джей тяжелейший мяч. С очень серьезным сопротивлением, плюс 11, и ЦСКА завоевывает. В этом уже нет никаких сомнений, первый трофей текущего сезона. Попович на лампе матчей промахивается с дальней дистанции и показывает Лэндон, что не надо торопиться. Но уже не будут казанцы палить. Концовка мира и дружбы от нас ожидает. Остающегося в запасе времени не хватит баскетболистам обеих команд, чтобы что-то существенно изменить в происходящем на паркете. Но здесь по необходимости Шишкаускас атаковал, выиграли армейцы подбор, и все. ЦСКА становится победителем единой лиги сезона 2009-2010. Со счетом 66-55 одержали армейцы победу над казанским Униксом, взяв реванш за поражение в чемпионате. Таким образом, пока под эгидой единой лиги тоже вырисовывается такое начало армейской гегемонии. В прошлом году ЦСКА стал победителем промокубка единой лиги. И в этом сезоне выиграли первый полновесный чемпионат единой лиги. Поблагодарим казанский Уникс за то, что не опустили рук подопечных Вальдемара Сахомичуса, проигрывая 21 очко. По ходу этой встречи сумели они взять себя в руки, сумели приблизиться к сопернику. 4 очка составляло их отставание, но вот на последний шажок действительно сил у казанцев не хватило. Тем не менее, благодаря им захватывающей получилась вторая половина этого матча. И с полным правом вправе мне сказать, что финал, как и весь первый полновесный сезон единой лиги, удался. Прекрасная атмосфера была здесь, в Каунасе, во время финала четырех. Ну и посетили мы матчи в других городах и странах. В Украине шли болельщики как на праздник. А значит, единая лига действительно решила задачу популяризации баскетбола на постсоветском пространстве. И остается нам только пожелать, чтобы в следующем сезоне еще более серьезный, еще более полновесный и интересный формат состязаний был придуман, чтобы действительно рос соревновательный уровень единой лиги год от года. И на этом все. Для вас работали редактор трансляции Андрей Симонов, комментатор Роман Скворцов. До новых встреч на нашем телеканале.